Всем привет, дорогие зрители! Мистер Мачо вернулся в шляпе. Нашел для вас очень хорошую квартирку в хорошем проекте в районе Тесто. Тут расстояние до моря максимум 200 метров. Вторая береговая линия. Быстренько покажу проект и потом поднимусь наверх. Здесь у нас беседочка. Такой открытый бассейн, детский бассейн также есть. А тут зонтики, шезлонги, душевая часть. Маленький ухоженный сад. Так. Квартира находится на третьем этаже этого проекта. Такая инфраструктура. Здесь у нас фитнес. Тут открытый бассейн. Проект с хорошей инфраструктурой. Тут у нас теннисный стол и сауна. Покажу сауну. Но здесь сауна у нас со светом проблемы. Все, здесь там. Вот тут у нас сауна, вместимость 5-6 человек, темновато. Здесь туалет, а здесь у нас турецкая баня. Вот. Выключим свет. Самое интересное в этом проекте – пещера. Включайся. 2 минуты он работает, потом отключается. Вот, уже вода пошла. Зона отдыха. Все, я ушел. Я тут ничего не трогал. Айдат у этого проекта 300 лир. Элитный район Тесто. Так. Здесь у нас вход в этот блок. Поднимемся на третий этаж. Вот такой интересный лифт. 5-этажный проект. Поднялись мы на третий этаж. На этаже у нас 5 квартир. Вот здесь лестничная площадка с правой и левой стороны. Квартира находится в восточной стороне. Время съемки 16:30. Просторная двухкомнатная квартира. Брутто здесь 74 квадратметра. Жилая площадь 60 квадратметров. Такая спальня. Платяной шкаф. Кондиционер фирмы Beko. Инверторная. Вид с этой комнаты на горы, на соседнем бассейн. Вот это средняя дорога района Кестель. Сейчас я вам с балкона покажу главную первую береговую линию. Спальня просторная, не маленькая. Здесь у нас санузел, проточный водонагреватель фирмы Siemens. Здесь тоже кондиционер Beko. И просторная гостиная, совмещенная с кухней. Телевизор Grundig. Вот. Сниму в этой ракуше. Так. Бытовая техника Beko. Здесь у нас холодильник. Мойка гранитная, столешница тоже гранит. Духовка, индукционная плита, вытяжка фирмы Beko. Вся техника в квартирах Beko. И здесь у нас балкон просторный, не маленький. Вид на море, дорогие зрители. Вот это вход в резиденцию.
Вот, машины едут, это первая береговая линия. Отсюда 200 метров до моря. Я максимально сказал, может быть, меньше. Вот такой вид. Итог о этой квартире. Значит, проекту 34 года, расстояние до моря 200 метров, находится на третьем этаже пятиэтажного проекта, но он как четвертый этаж. Инфраструктуру вы все увидели, айдат здесь 300 лир, цена этой квартиры 78 тысяч евро. Район Кестель. С вами был мистер Мачо из солнечной Алании. Всем пока-пока.